Столбики термометров опускаются все ниже, как утеплиться и при этом выглядеть красиво, знают на выставке головных уборов «Тысяча шапок». Меховые, вязаные, расшитые бисером, российские производители удивляют новинками. Сотни различных моделей будут представлены в Твери с 28 октября. Производители из 40 российских регионов предлагают покупателям огромный выбор головных уборов, основной сегмент из которых – меховые шапки. Среди большого ассортимента каждый посетитель сможет найти и приобрести понравившуюся модель. Для дождливой погоды советуют шапки из андатры и нерпы, водоплавающих животных. Для сильных морозов подходят мех, лисы и норки. Есть комбинированные модели из разного меха для любой погоды. А еще головные уборы, украшенные бисером или окрашенные в модные яркие цвета. К каждому товару прилагается сертификат качества. При желании можно собрать комплект варежки или теплые платки. Все отечественного производства. Большой выбор головных уборов и для мужчин. Цветовая гамма для сильного пола более сдержана. Здесь преобладают классический серый, коричневый и черный. Это сибирское качество, а значит, действительно носиться будет долго. Шапки производятся на новосибирской фабрике и продаются без посредников. За счет этого низкая цена и высокое качество. Всего в ассортименте 1000 различных головных уборов. Выставка будет работать в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском переулке 29. С 28 октября до 1 ноября включительно. Здесь каждому посетителю подскажут, какой цвет подходит, и подберут правильную форму шапки. При необходимости помогут оформить кредит или рассрочку.